Ну вот, это удивительный совершенно дом, он известен во всем мире. И вот с этой точки очень любопытно раскрывается план первого этажа. Неожиданно совершенно, как бы раскручивается и залинчивается туда, вот, вверх. Вот надо бы свет бы зажечь бы там, чтобы видно было, да? Первый этаж, вот тут любопытная очень дверь, она работает на простая петля, на несколько поворотов. Видите, можно так закрыть дверь, вот видите сюда. И вот так вот. Очень любопытная дверь. А тут пространство все раскрыты. И первый этаж, в сущности, организован под жизнь, под бытовую жизнь. Это столовая, там рядом совершенно кухня. Вот. Столовой. Там, а столовой, тут вот в углу удивительный киот, это венчальный подарок, когда зарождается новая семья, то обязательно должен быть святой угол. И вот в 12-м году папа с мамой венчались, и там даже венчальные свечи вот остались. Я не знаю, видит ли фото съемка. Пройдите сюда, пожалуйста. А к семье вообще особое отношение, да? У него, да, у него очень целостное какое-то понимание жизни было. Он чувствовал, что это правда, это мои все слова. Он был настолько целен и настолько понимал, что любовь является ключом жизни. И дом у него, это была мечта, так сказать, как основа жизни, как, так сказать, государство также, как государство. Семья, любовь, вот так он строил свою жизнь, по-моему. Нескладно говорю, но что делать? И сам дом построен как бы для семьи. Только для себя, для творчества, да. Ведь вот он из простой, так сказать, крестьянской семьи, из избы, и вдруг вот представьте себе, вот такая фантазия, вот выстроил себе удивительное совершенно явление. А что-то осталось, вот перенесено как бы, вот какие-то образы или еще что-то из этой крестьянской избы? Когда он эскизировал эту идею, то было много очень у него вариантов, даже с русской печью, с антресолями. Вот. Но когда, так сказать, жизнь сама повела, то случай сам предоставил ему вот эту идею. Ему довелось спроектировать, когда наша страна была в безверии, а надо было как-то организовывать массы, проекты клубов. Он спроектировал 7 клубов проектов и 6 реализовал в постройках. И один клуб из 5 цилиндров, а все у него вещи были совершенно, так сказать, разные. Он никогда не повторялся, никогда ничто не имитировал. У него путь был творческий, необычайно строгий. Он считал, что если что-то повторяется, это уже скучно, неинтересно. Он стремился к освежению жизни. Вообще очищение в жизни является принципом всегда, так сказать, этот принцип является, так сказать, необходимым,
потому что без этого нету движения и роста, так сказать, к тем мечтам, которые всегда у человека где-то подсознательно существуют. Мечта всегда не реализуется, а только стремление к ней существует. Вот. Да, что с этим клубом? И вот клуб этот, да, двум архитекторам было заказано спроектировать два одинаковых объекта. И заказчику понравились оба папиных проекта. Но заказчик был этичен, и он не мог отказать другому, а попросил включить в свой проект цилиндр. А папа считал, что из одного цилиндра не выжмешь много впечатлений. А у него было из пяти цилиндров. И поэтому его идея не была реализована. И когда вдруг жизнь ему предоставила такой счастливый случай осуществить свою давно заветную мечту собственного дома, он реализует в двух цилиндрах свою идею. И в данном доме ни одно пространство не повторяется. Тут богатые-богатые все комнаты, все пространства, все разные. Вот так получилось. А вот хотела вас спросить, вот этот вот самый жест, вот я слышал, что вот у него был просто вот такой вот жест, когда он объяснял... дом. Вот что-нибудь об этом. Вот как это связано с этой идеей двух цилиндров? У него были проекты, варианты, даже большее количество цилиндров в разной форме. К сожалению, все это осталось только в проектах. Он мечтал вообще, так сказать, эту идею еще дальше развивать. Вот. А данный образ, так сказать, тут кто-то действительно подметил, что это вроде два венчальных кольца соединены. И, в общем, ну, разговоров об этом доме страшно много. И, так сказать, довольно они ну, как-то оправданы. Вот. Ну что же, вот дальше как-то надо пройти, да? Правда же? Тут на стеночках висят и папины, и мои произведения. Папа такой архитектор, потому что он закончил школу живописи военного зодчества удивительную. И был живописцем, так что он прекрасно рисовал. Он попал в школу в 15-летнем возрасте. Школа живописи вообще удивительная, она служение искусству не было возраст ограничен, и там когда-то поступление было очень сложное, потому что конкурировали взрослые с малышами. И вот папа попадает в 15-летнем возрасте в школу в числе 11 из 280 претендентов. Это очень большой конкурс. Вот. И благодаря тому, что он был такой, только 15 лет ему было, он вначале проходит общеобразовательную рисовальную школу. Получает даже премии имени Третьякова. Конкурирует также пришедшим в это и попавшим в этот состав крестьянским мальчиком, неким Паршиковым, который имел тоже тонкую душу. Обычно говорят, что ну, ведь он же в отношении папы закончил эту школу, эта же школа была с удивительными преподавателями. Мне всегда хочется сказать, что ну, преподаватели преподавателями, но ведь так сказать, и студентов-то было много, а вот выявились только ведь не все, а какие-то отдельные. Так что папа, видимо, проходил еще свой внутренний университет. Так что
индивидуальная чистота творчества. Что-то я говорю очень много ненужного. Да нет, очень интересно. Вот. Нескладно сегодня говорю. Вот. Он очень сложно формировался, ведь он, понимаете ли, он попадает из простой крестьянской семьи, счастливым случаем, закончив четырехклассную церковно-приходскую школу, и попадает в Москву на заработки, и попадает к русскому интеллигенту, в теплотехническую контору Владимира Михайловича Чаплина, который замечает талант мальчика, и вместо того, чтобы его эксплуатировать в работе, он его подготавливает, замечает талант, подготавливает его к школе живописи, ваяния и зодчества. Так что у него счастливое, такое удивительное счастливое начало было. И он попадает из крестьянской семьи в аристократическое общество, где и женщины, так сказать, ну, пахнут духами, и обстановка, и этикет, так сказать, вот когда садятся за стол, чай, он, для него все это, является каким-то новым совершенно миром. Он не знает, как себя вести, как руки держать. Вот такое явление. Так что он проходил как сложнейшую, то есть какой-то экзамен на, то есть, поведение, и боялся, то есть, быть опрометчивым, как-то, то есть, не показать, стремился себя показать, так сказать. Не знал, как ответить, даже как думал, прежде чем ответить, как если его спросят, как зовут, Константин или Константином. Вот даже вот такие нюансы, так сказать, оттенков. Вот такое внимание особое его самого, так сказать, воспитывало. Он же не только учился живописи, он же потом у него архитектуре учился. Очень интересные правила были в школе живописи, ваяния и зодчества. Причем школа эта живописи существовала. Это удивительная совершенно школа. Там преподавали дивные наши русские замечательные художники. И ректором этой школы был один из великих князей. Я не могу сказать вот имя именно, кто, сейчас не помню. Это высококультурная личность. И основное правило было очень тоже любопытное. Самых талантливых отбирали на живопись, менее одаренных на скульптуру, потому что можно обойти, пощупать, ведь воздух и свет ведь не пощупаешь. Вот. И самых малоодаренных на архитектуру, потому что там можно заменить расчетом, линейкой, естественно, и рисунком. Все эти виды искусства, все это единое, но... Вот, но так получилось, что папа после общего образовательного отделения попадает на живописное отделение. А в 14-м году, когда вот я родился, и Владимир Михайлович Чаплин, его воспитатель, он приобрел как бы второго отца в лице крупного инженера теплотехника и интеллигента, то Владимир Михайлович, беспокоясь о том, что он будет, семья его папина будет бедствовать, художники ведь народ очень вольный, заказы есть, заказов нет, и берет с него слово, что он закончит архитектурное отделение. И папа, естественно, уже получив диплом живописца, очень легко переходит в архитектуру, двухчасовым наброском акварельным попадает туда. И когда он занялся архитектурой, то он понял,
что это самый большой вид искусства из всех искусств. Он не прячет, это искусство не прячут где-то в стенах музея, а рисуется в пространстве, на воздухе. Это его так охватило, вот это понимание, что это действительно явление совершенно особенное. И вот на этой основе, видимо, и родились его вот, поиски и находки удивительные. Он понимал, подготавливаясь к школе живописи в рисунке, когда он 2 года почти подготавливался к экзаменам, то он рисовал геометрические тела. И вот если бы эти рисунки бы выставить в экспозиции, то сразу чувствуется, что он мальчиком уже очень хорошо чувствовал пространство, сокращение форм, ракурсы. Все это, видно, способствовало ему вот к развитию своих вот поисков. А рисунки уже сами сохранились? А? Рисунки сами сохранились. Сохранились, но, к сожалению, вот когда было столетие в 90-м году, ЮНЕСКО отмечало его имя, наконец-таки, так сказать, во всем мире, как настоящее полное признание этой личности. Выставка была устроена в Москве очень ограничено, 11 всего лишь дней в Музее изобразительных искусств. И, в общем-то, к этой выставке было дано только центральная колоннада, это 2 узких прохода, центральная лестница и маленький зал. И всего лишь 11 дней она существовала, а музей архитектуры, имея у себя в запаснике проекты Папины некоторые, узнав о таком, так сказать, о таком явлении, отправил эти объекты вместо того, чтобы они участвовали на этой выставке. Выставка все равно была, так сказать, очень сильной, несмотря на свою ограниченность, но настоящей полной выставки еще не было. Это очень досадно. Такое имя, к которому стремится сейчас весь мир. Его родная страна признала, когда ему было 75 лет. Весь мир уже о нем говорил. Он себя прославил в 35 лет нашим первым выступлением на Международной выставке декоративных искусств в Париже в 25-м году. Он победил своих конкурентов. И когда он с нескольким запозданием приехал в Париж строить павильон, у нас какая-то была задержка небольшая, то все страны уже почти выстроили свои павильоны. Поглядел и видит, что кругом эклектика, никто не видит, не понимает вот значение и силу чистого архитектурного искусства, без всяких украшений, очень дешево, из дерева и стекла. Он выстраивает такой павильон, который Италия признает, в конце концов, гениальным произведением, и приглашает его участвовать в 1933 году на 5-й Триеннальской выставке в Милане среди 11 крупнейших имен мировых в ту пору. Единственный он из России. Правда, в 1933 году заканчивается его такой, как он сам говорил, его счастливый золотой период, когда ему всем нравился он, обновлял жизнь и, так сказать, поражал и побеждал на всех конкурсах. Его объявляют формалистом,
его деятельность архитектурная, строительная архитектурная деятельность в 1933 году завершается. До конца своей жизни ему уже больше ничего не дают выстроить. А дом его спасает. Видно, он выбрал очень правильную, так сказать, линию жизни. И в этом доме, несмотря на очень большие трудности, ведь он выстроил его на собственные средства, а средств было немного. Между прочим, этот дом, кстати сказать надо, это самая дешевая постройка. Материала пошло страшно мало. Экономия была невероятной совершенно, даже в кирпиче. Он спроектировал такую конструкцию стен, что кирпича пошло всего лишь 1/3 на высоту и толщину таких стен. Но в связи с такой ажурной кружевной кладкой пришлось и изобрести особые совершенно перекрытия. Тут перекрытие из тонких тесиночек, поставленных на ребро, и в полуметровом шаге получилась такая клетка, врезанная в половину дерева, доска одна в другую. И потом эта клетка обшита в диаметрально противоположном положении по диагонали этих клеток полом и потолком. Получился такой монолитный щит, который равномерно распределяет тяжесть перекрытия по периметру стены. Ведь кружевная стена не имеет вертикального столба, а балка требует обязательно вертикальной опоры. Так что тут безбалочное перекрытие. И вот строило московское коммунальное хозяйство. И государственные организации строят очень широко. И наполовину выстроили дом, а средства уже все. Но тогда еще у него авторитет оставался очень такой его. И Моссовет ему дает ссуду на 15 лет, и папа завершает свою постройку. И вот представляете себе, наша жизнь какова была, а дом выстроен для четверых, только всего лишь. Очень, так сказать, компактно, очень все скомпоновано, и всем предоставлено свое место для развития. А главное в этом доме – это, конечно, места для самого искусства, для творчества. Мы пройдем, посмотрим, да. Как-то. Да. Нам по ходу прокомментируете. Очень интересно начали про дом. Особенные места. Я вот хочу заметить, что вот несмотря на тяжелость, тяжесть, так сказать, всего обстоятельств жизни, дом этот дал возможность папе участвовать в проектных конкурсах, и он в сущности сделал до 40 уникальнейших произведений. Если бы они были все выстроены, даже вот то, что осталось от него в Москве, осталось 11 произведений. 12-й объект под Москвой в Дулеве, один из клубов Ликино Дулева. Вот. Но они в очень печальном положении, поскольку папа 30 лет, больше 30 лет критиковался, и эти объекты и сейчас передаются, несмотря на то, что они являются памятниками архитектуры, в руки эксплуатирующих эти здания, и, значит, вместо того, чтобы блюсти первоначальную чистоту их существа, архитектурную часть, видоизменяются, к сожалению.
почему-то вот как-то у нас вообще понимание реставрации еще не доведено до частот настоящих. Вот и этот дом когда-то отреставрировали, в общем-то, это скорее путается реконструктивная, так сказать, сторона с реставрационной. Вообще недопустимы совершенно никакие реконструкции для сохранения памяти памятника архитектуры. Этот закон, он известен вообще, но вот обстоятельства жизни у нас вот сейчас такие, что вот все, так сказать, подлинное такое, действительно подлинное, настоящее уничтожается. И этот дом, он сейчас совсем не в том виде, в каком он появился в начале. Стены его наружные были, штукатурка перетерта с чудесной, выхоженной, белоснежной, гашеной, выхоженной известью. Дом не был покрашен. И поверхность, фактура стены была идеально выхоженная, ровная. Это было очень важно. Это было, да. Такую четкую поверхность. Четкая поверхность, да. Сейчас это покрашено краской, шероховатой краской. И дом как бы оделся в какую-то шкуру такую белую. Тоже белую, но чувство у нас во впечатлениях невероятно чувствительная, и разница колоссальная. Вот это чуть-чуть, а на нем все держится совершенно. Причем вот рамы покрасили сейчас очень густо коричневой краской и сделали дом графичным, а графика уничтожает живописность, целостность, и тот же масштаб делается гораздо меньшим во впечатлении. Если бы он был более живописно, согласованно, цельно воспринимался, более мягко, мягкое соединение были контрасты, то он бы, та же самая форма стала гораздо выше в своем виде. Вот это не соблюдено в данной реставрации, если только можно это назвать реставрацией. Но будем надеяться, не последняя реставрация. Да, и что при ремонте, да, по последующей, так сказать, поправке надо вот это как бы исправить. И внутри то же самое, вот покраски тоже очень неудачные. Вплоть до того, до полного непрофессионализма. В мел не положили крахмала, и все гости часто уходят с белыми локтями, спинами и другими положениями. Очень неприятно. Ну ладно, не критиковать это. Дело такое простое, а оно в сущности мало, так сказать. Вот кухня. Интересно, она как вклинивается, какой особой совершенно формой. Вот эта комната вроде как бы нормальная комната столовая. Параллельные стены в круглом доме. Это единственное такое пространство, которое имеет обычную, в общем-то, форму. Она, правда, не совсем обычная, потому что тут очень много еще деталей, которые тут, они только визуально видны. Объяснить даже их трудно. Там вон чуть-чуть полукруглой стены кусок высовывается. В общем, тут она обогащена все же. Эта простота еще обогащена какой-то сложностью небольшой. Вот, это кухня. Правда, она от первоначального облика несколько видоизменилась. Стол был гораздо шире. Он занимал половину пространства
вот этого, он до конца этой комнаты был, вот он занимал вот такое пространство здесь. Этот одно из проемов, организовано холодильник тут, но в войну, в связи с переменой обстановки, когда у меня появилась семья, она тут жила несколько лет, пришлось взрослых отделить перегородкой, с тем, чтобы не мешать, папе мне творчеству заниматься. И тут была проломана, проделана дверь. Реставраторы ее заделали. Ну, а стол остался вот так распиленный, как это, когда его, так сказать, сократили в связи с дверью. Так что... А была какая-то определенная затея, связанная вот с этим большим таким столом? Тут не было двери, да, все было нормально, да, все было нормально. А когда дверь необходимо было сделать, ну тогда вот пришлось стол разрушить. А когда восстанавливали, жалко было менять стол, делать новый, остался он. Вот такие вот какие-то видоизменения. Мне очень не нравятся еще вот те обстоятельства, что когда меняли даже вот водопроводные трубы, краны были медные, такие простые того времени, заменили вот этим новым модерном. Мне это очень так как-то тоже раздражает. Вот. Всякое привнесение современности, это, в общем-то, печально, очень печально. Все-таки реставрация должна соблюдать именно большую точность воскресения именно прежнего. Наблюдая, естественно, тоже другая была. А, да, совершенно верно, совершенно верно. Тут была конфорка двух чистая газовая. Газ, между прочим, сразу же был в ту пору, в 29-м году, введен в дом. Но тут дополнительно папа выложил печку кирпичную с духовкой, которая выпекала пироги и всякую штуку. А он сам печник вообще был, да? Он попал в теплотехническую контору и знал вот это положение. Он не печник. Но когда в один из своих периодов, когда он был лишен, значит, архитектурной миссии, ему он вначале выстраивал по квартирам у знакомых печки, и хозяйки очень были довольны духовками, которые выпекали кулебяки роскошные. Вот. И в этом доме приходилось в войну тоже дважды. Одна печка сохранилась и по сей день на втором этаже. В критические моменты мы иногда там небольшим количеством щепок согревали комнату. Дом был на третью ночь войны расстеклен весь воздушной волной. Бомба упала недалеко по театру Вахтангова. И вот наш дом потом очень долго не восстанавливался. Вот. Вообще история дома очень большая, сложная. Какая-то англичанка в своей заметке писала, что он сделан из бетона, потому что он почернел в войну от всяких бед, и расстеклен был, в общем. Такие ошибки. Вот. Ну, пойдемте посмотрим другое что-то. Да. Вот это коридор, он интересный очень. Вы знаете, вот там вместо того портрета, вот, который я написал с папой,
стояло поначалу зеркало. И вот зеленая лампа столовой, она в этом зеркале отражалась далеко-далеко. Такой пролет двухцилиндровый, очень красивый насквозь был. Насквозь такое положение. А вот вы начали про спуск в подвал. Да. В подвале совершенно особенное тут отопление, воздушное отопление, калориферное отопление. Там камера большая, она обогревалась поначалу дымоходами, засасывался воздух свежий с улицы в эту камеру, нагревался и по воздушным под полом каналом растекался по всему дому. Ну, вот в связи, значит, с нововведением, это еще при папиной жизни, дымоходы были заменены регистрами металлическими, и сейчас это отапливается по московской системе. А сами котлы сохранились? Нет, все уничтожено. Они уже не нужны теперь, отопительные. Тут любопытно очень было, в кухне была такая труба, мусор можно было туда спускать и сжигать в топке, когда топка была. Ну, отходы. Да. Таких деталей тут очень много, о них можно много говорить, не хочется загружать, так сказать, ну, более крупные положения в этом доме. Вот про гардеробную очень интересно начали. Да, вот это поначалу была такая вот маленькая комната мамина, вот, но она существовала очень короткое время. Когда дом был, вот уже в такой беде большой, то жизнь тут видоизменилась совсем иначе. И эта дверь была, вот так закрыта, и эти пространства были соединены воедино. Образовалась новая, очень любопытная, оригинальная комната в такой полуподковый такой. Вот. Мне очень жалко, что вот взяли, да, когда спальня в связи с растеклением дома, в доме на втором этаже кончила свое существование, вообще изменилась вообще жизнь, реставраторы вдруг восстановили вот туалетную комнату с мужским и женским шкафом, когда спальни нет там, в общем, и сократили мое пространство, в котором я человек, который, так сказать, охраняю уже четверть века без года, на пенсию содержу вот все вот это богатство, которое необходимо совершенно сделать мемориальным музеем. Такого архитектора в мире нет. Я эту ясность совершенно чувствую. И несмотря на то, что, так сказать, вот не движется дело с 85-го года, может, Совет знает о том, что необходимо совершенно сделать мемориальный музей, до сих пор этот вопрос висит в воздухе. Это очень печально. И я вот не могу восстановить сейчас экспозицию, тоже больше 40 лет я существовал вот здесь, в этих пространствах. И сейчас и я стал тоже какой-то единицей, вроде, так сказать, мемориальной обстановки этого дома. Я в 90-м году, когда было столетие отца, получил возможность устроить свою первую персональную выставку. Мне дали возможность устроить свою первую персональную выставку. Я сделал ее ретроспективной и получил диплом «Лучшая выставка года». У нас дивная разница с папой в годах, 25 лет.
у папы праздновало столетие, но его уже нет в живых. А у меня 75 лет тоже крупная дата, но я живой. И вот, значит, вот такое явление. И в связи с этим дипломом я получил единственную межсекционную премию, как признание. А когда мне исполнилось 80 лет, это было в 94 году, на 81 году в своей жизни, я получаю заслуженного художника. И вот, несмотря на такое звание, вот, понимаете, я сейчас оказываюсь в очень стесненном положении. Я охраняю дом, и вообще мы тут с дочерьми, дочери меня сейчас опекают в связи с своим крупным возрастом. Вот не считаются совершенно. Надо как-то это будет воскрешать, вот это пространство. Я, между прочим, мечтаю об этом, чтобы этот шкаф, как-то прорезать его с тем, чтобы и след какой-то, может быть, оставался бы небольшой, как память чего-то прошлого, и в то же время восстановить свою экспозицию. Ну, а вот с этой комнатой-то тоже была связана какая-то своя идея особенная вот была в этом доме? Какой-то ритуал такой? Поначалу. Да, поначалу, когда было 4 человека, когда это был женский шкаф, это мужской шкаф, вот, и там была спальня, 4 места там было для меня, для сестры и для родителей поначалу. Но ведь начало-то это ушло в прошлое, а жизнь-то жила, дом-то жил творческой жизнью, и вообще мемориал должен вообще... воскресить полностью первоначальное положение, это значит воскресить еще дом в пустоте, без, так сказать, творческого накопления. А за эти года произошло очень большое творческое накопление. У меня вон до 1500 только холстов. Там он в моем кабинетике в том сохраняется. Вот такое дело. А вот здесь как раз было зеркало, да? Да, вот, да. Которое была лампа. Да, да, да. И лампа из столовой отражала. Да, да, да. Вот как в этом зеркале отражалась лампа, и что здесь вообще случалось в этот, как бы? Увеличение пространства. Увеличение, так сказать, вот дом сам уж не такой длинный, а увеличивался чуть ли не в 2 раза в своем пробеге. Такой там сквозной объем его расширял, как бы. Да, да. И тут вообще, куда глаз не обратите вы, везде вы видите просветы, везде, так сказать, все в каких-то в просветах. Вы ни на что не упираетесь в что-то тупое, мертвое. Тут все аж... Не хочется говорить, все в дырах, так сказать. Все в таких проемах, которые вас все время уводят. Уводят в мир, в общий мир. Вот это очень... Это такой совершенно, этот дом совершенно особенный. Вот люди приходят в обычном каком-то таком своем, ну, жизненном, несколько перетомленном, может быть, состоянии, вот. И когда, значит, пройдут по дому, и уже уходя, я вижу всегда почти без исключения, у всех загораются глаза, появляется в глазах искорка какая-то. Искорка чего-то ощутили такое, чего, так сказать, не ощущается в обычной постройке, так сказать. Обычно двери, комнаты, замкнутость такая, запертость такая. А тут все раскрыто, все совершенно раскрыто. Такая свобода. А вот эти вот комнаты такие, треугольные, необычные, да. Что это такое?
кабинетики для занятий. Это вот для меня под синеньким потолочком треугольничек. А это вот для сестры под желтеньким потолочком. Ну а сейчас вот склады, тут склады произведений. Вот. Видите, какие. Вот когда только дом после этого расстекления потихонечку начал, так сказать, жизненность свою осуществлять, я вот в этой кабиночке имел кровать, стол, и даже помню, модель одну написал в двух шагах от себя с ракурсом. А жили мы в подвале в войну, потому что тут все было разрушено было. Да. Жизнь была очень такая. Но жизнь была необычайно внутри семьи, очень, так сказать, тесно спаянная. Она усилила любовь. И причем тоже надо заметить, что я в сущности не ощущал. Мы жили не как отец и сын, а как два друга, как два, так сказать. Он никогда меня не учил, между прочим. Вот он, у него был принцип такой, чтобы каждый человек должен развиваться, так сказать, без помех. И где-то у него записано два варианта очень любопытных. Один вариант такой, что родному сыну, его рукой написанная надпись, родному сыночку завещаю хранить самого себя в себе. Что нам вообще каждому из людей необходимо совершенно осознавать, что такая большая информация, она может заглушить твои мечты, твою натуру, в общем. А второе замечание, аналогичное, но тоже очень интересное, родному сыну завещаю идти моим путем. Потом многоточие, и концовка такая, то есть своим путем. Он шел своим путем, и ты иди своим путем. А его путь был необычайно чист в отношении принципов. Я уже говорил, что вот он никогда не повторялся, что он ничто не имитировал. Вот такая чистота поведения, она, так сказать, ведет к развитию внутреннему. А развитие, как вообще, вот я уже теперь вот уже с каким-то своим опытом чувствую, и это как-то подтверждается, что оно не имеет совершенно предела в своем завершении. Оно без конца, бесконечное. Если ты выбрал правильный путь, то у тебя всегда при работе появляется нечто еще дополнительно новое, так сказать. У меня любопытные есть записи свои личные, но это мы прочтем их. Это лучше будет гораздо в каталоге, который, да, вот моя дочь старшая, она, так сказать, включила в этот каталог. У меня много страшных записей, когда работаешь, только при работе появляется реальное какое-то соображение. Обычно люди любят, так сказать, как-то мечтать. Да, еще я хочу характерную черту отца сказать, что он необычайно реален. То есть вот его обвиняли, так сказать, в формализме, и не только в формализме, и в фантазерстве. А он, его проекты, ну вот даже вот если брать вот этот вот проект гаража, который он тоже в Париже спроектировал, ну это уже для 25-го года это была сущая фантазия. Но все свои фантазии он реализовал.
Так что он чистый реалист. И большущий художник, колоссальный художник. И он такой художник, потому что он был еще живописцем. И все его произведения действительно живописные, даже без покрасок иногда. Но в данном доме он очень любил включать пятна цветовые, как, так сказать, что-то освежающее, что-то говорящее. То есть как бы вот свет так струится сквозь дом и играет вместе с этими световыми пятнами. Да, 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 да. Интересно, иногда, так сказать, кто-то из пришедших обычно говорили, что, мол, восхищаясь, значит, этим домом, он, наверное, все-то рассчитал, все-то, так сказать, обдумал. А папа иногда меня звал и говорил: «Ватуля, подойди-ка сюда, ты посмотри». Я и не думал, а смотри, что получилось. Оказывается, когда выбираешь правильный путь идеи, то появляются еще сюрпризы, неожиданные сюрпризы. Его часто имитируют, берут его принципы, но такого, что он делает, не получается. Нельзя это делать. Все стремятся и приходят и говорят: «Я обязательно так же сделал». Но ведь это же неверно. Нужно же... Вот папа почему любил мою живопись? Потому что я тоже вот принцип его старался, не то что старался, а просто чувствовал то же самое, что, в общем, идет какой-то внутренний каприз, когда вдруг тебе кто-то что-то подскажет. И хочется сделать наоборот почему-то. Это уже чувствуешь, что это уже не твое. Даже до того доходит, до таких курьезов. А он любил вот эти вот всякие чудеса, вот эти вот неожиданные открытия вообще? Вот это было для него характерно? Без сомнений, наверное. Он стремился. Но если вот вспомнить его проекты, например, международный конкурс на памятник Христофору Колумбу в Сан-Доминго, те же чудо из чудес. А как его восприняли тогда? Не могли, так сказать, обойти вниманием этот объект. Но почему-то тогда считали, что он, так сказать, коммунист, а здесь его считали западником. В общем, а он был совершенно беспартийный, он никаким партиям, он художник был. Художник должен иметь свободу, полную свободу. Только тогда он мог, так сказать, выражать свою, так сказать, чистоту выражения. И даже больше того я вам скажу. Я скажу одно его определение, удивительное совершенно определение, которое я прочел уже по уходе его из этой жизни. Он, меня не уча, следил за мной и иногда делал даже некоторые заметочки карандашом тоненьким. И в одном из набросочков я вдруг нечаянно, уже после того, как он ушел, заметил его надпись. А набросочек этот, он в особенности в пожилом возрасте, утром и вечером, помимо гимнастики и обливания, он обязательно совершал свое таинство перед киотом, перед иконами. А я украдкой его рисовал. И вот на таком набросочке вдруг я вижу там надпись. Он увидел себя и написал 4 буквы. Чудо. Вот увидел и написал чудо. Но я хочу-то сказать другую надпись удивительную. Он видел, как я развиваюсь, что я нашел свой собственный путь в развитии пластической живописи. И написал такое... «Молюсь за сына, чтобы ему удалось
русскую красоту передать в неведанной доселе еще живописи. Подумал о своей архитектуре, подлинном, действительном произведении всех видов искусств, кровная связь Творца с своей нацией. Вот тут, пожалуй, вся его философия, так сказать, выражена. Когда он прославил себя в 25-м году в Париже, когда Франция заказывает ему проект гаражей, когда он на, так сказать, пьедестале первенцев, тогда Корбюзье строил павильон «Экспринуво» и сильно модернизировал свой французский павильон, глядя на русский павильон отцовский. Он не остается во Франции, а стремится в разрушенную свою страну обратно. Ведь это же показатель, показатель целостности. Он тут еще не имел ни дома. Вот такой он был человек. Ну, там вы тоже ведь жили какое-то время во Франции. Мы там жили, да, несколько месяцев мы жили, 6 месяцев. Вот я по-французски немножко лопачу, поскольку родители-то были молодые, а детишки-то им мешали до какой-то степени, они отправили их в лицей. Я жил вместе с сестрой, вот там женский и мужской лицей, в Шартровском лицее, где когда-то учился Виктор Гюго в этом лицее. Это знаменитый лицей. И там в Шартре и знаменитый еще собор, катедраль. В воскресные дни нас водили в этот собор. В памяти замечательные какие-то воспоминания у меня в душе. А когда вот Франция заказывает папе делать гаражи, а папа помимо павильона выстраивает еще, завоевав возможность этой постройки ночным наброском, торговый сектор, он вместе с своей семьей, тогда ему все дозволено было, едет на юг Франции, и мы поселяемся в деревне Сибур рядом с городом Сан-Жан-де-Люс. Это Бискайский залив, Атлантика. Это когда-то территория принадлежала Испании, и на прибрежье торжественно, величественно высились турообразные крепости испанские. И там он, уже, так сказать, наслаждаясь курортом и солнышком на пляже, рисует свои эскизы, а Атлантика, слизывая эти приливом и отливом эти эскизы, как папа пишет в своем, так сказать, своей монографии, уносит их на дно. Он написал, что эскизы, Атлантика хранит его. Атлантика хранит его. Вот. Вот сюда. Вот здесь вот. Там. Любопытно.